садик вообще потопило, Харьков. 2 марта 2018 год, Харьков. Здравствуй, зимушка, зима. Кстати, не везде дорожки расчистили. Он, видишь, трактор ехал, ехал. Дороги не видел, пока в дерево не уперся. Какой-то трактор, это из колонок. Вон, ты видишь, след от трактора остался. Вон. Ну, он тропинку расчищал, доехал до дерева и только там остановился. Так, вчера было метелище, да? Завтра обещают еще одну. Почему я не могу выйти? Ну подожди, оклемаешься тогда будешь. А вон рядом с машиной водителя, наверное, снегом засыпало. Ты видишь садик? Где? А вон. Сугроб лежит. Или это дворника привалило. А вон, смотри, следы от кота. Где? Вон рядом с павильоном, видишь, шел такой кот, такой ля-ля-ля-ля-ля, и провалился в пропасть. Не видишь? Следы? Да. А шел, шел и оборвался вот этот самый. А, я вижу следы, они шли, а? Кот Шрёдингера получился. Непонятно, живой он или мертвый теперь. Это почти как в портале. Там была такая картинка, это в комиксе Портал 2. Жестокий комикс. Там был такой куб, а внутри кошка. Если открыть куб, то кошка умрет. Но пока куб не откроет, она жива. Это и есть кот Шрёдингера. А вон ты видишь на крыше павильона черная дыра. Гравитационная аномалия в пространственно-временном континууме. А ты, кстати, смотри, вот видишь, где столбики или где деревья, такие получаются лунки. То есть это все ровно-ровно, идет сетка, рабится, а потом... Это корни. Там, где столбик, там ямка. Ну или возле деревьев. Ты знаешь, почему так получается? Это корни. Это не корни, это потому что был сильный ветер очень вчера. Если бы не было ветра, такого бы эффекта не получилось. А когда сильный ветер, получается, что рядом с препятствиями скорость ветра меньше и давление там выше. Оттуда снег выдувается. Да. Понял? За счет этого самолета летает. У них под крылом меньшая скорость ветра, а над крылом, которое кривое, больший путь похоже, проходит ветер. Похоже, у них под крылом эти двигатели. Эти, как его там? Папа, а ты вот это сейчас с кем разговариваешь, в общем, да? Ты знаешь, чем отличаются греческие самолеты от негреческих? Аэропланы и самолеты. Самолеты. У греческих самолетов под крыльями волосы. А ну давай посмотрим, попробуем на солнце. То нам завтра опять метель обещают. Оно вообще такое. Как только посмотрел, сразу у меня глаза загорячили. Загорячили. Да, ну конечно. Зачем? За мороженым. Ну, сынок, нельзя. А что ты сделаешь? Выздоровеешь тогда. Будешь кушать. Бедные машинки, конечно. Ой, это что, мама Тимофея? Идет вон там, желтая. Желтые куртки. Я не знаю. По-моему, по такому морозу все ходят красные. Ну что, надышался? Это воняет точно. Это свежий воздух, сынок, ты просто от него отвык. Ну что за смысл плевать с балкона, сына? Проверил, сколько будет секунд лететь. Можешь полетело 3 секунды.
четвертого этажа любой предмет летит 3 секунды. Интересно, окружную почистили. Но я как вижу, нет. Ну ладно. Там все еще грязно. Завтрашнюю метель будем ждать. Весна у нас выдалась лютая. Все, пошли.